Следующий. Дымничек на замену. Обледенел весь. Все наши гробики проходят проверку на скорости 100 км в час перед тем, как быть поднятыми на крышу. Хочешь влазить? А, ты на герметике еще. Ну, проблема в следующем. Как обычно, обледенение. Из-за того, что колпак тут, в принципе... О, он еще и сгнил. Ёшки-матрешки. Еще чуть-чуть и улетел бы. А что ты снимаешь? Давай спилим нафиг и все. Иногда сломать сложнее, чем построить. Лишняя деталька. Одна, вторая, третья. Смотрите, какая прелесть. Клиент звонит ребятам, которые все это делали. Они были приятно удивлены, что там в трубе нет трубы. Внутри сейчас вот это вот демонтируем. Да брось это, уродишь. Так тоже можно. Ау. У нас очень хитрый сэндвич, который туда будет надеваться. И главное, чтобы он тут пролез. Здесь у нас 30 на 24. Вот засада, это все дело друг к другу ставить. Ну что, теперь ее внутрь надо запихнуть? Упс. А как ты ее поднимешь? Не знаю. Главное туда не уронить. Опа, чуть-чуть повернуть против часовой. Опа, есть. Все впритык. Пошла. Высокая получилась. Вот еще ловить будем. И это временно. Construction complete. Вкусняшка. Когда труба внутри парит, кирпич начинает в труху превращаться. Здесь все в воде стоит. Четко? Четко. Главное все делать по линейке. Последние штришки. Обезжирить поверхность обязательно. В этот момент главное не дышать. Наши любимые наггетсы. Ну вот и все. Теперь она парит так.